Короче, мы едем, Лиза нам поет песню, а мы угадываем, что за песня играет у нее в наушниках. А еще? Все спят, кроме нас. А еще? Мне очень страшно ехать, я не знаю почему, но почему-то все трясется, и мне очень страшно. Все, мы приехали, сейчас будем выходить. Там наши чемоданчики. А мы идем. Смотрите, а тут капсульный отель. В общем, мы уже прошли паспортный контроль. А уже все вещи посмотрели у нас. Подписи стар. Так, ребята, мы все прошли, все проверки, и теперь идем. Мы приехали на 1.5 часа раньше, будем сейчас сидеть. Мы идем в лаунж-зону. Ой, как? А как называется? Мы идем в приорити. Мы в приорити-зоне. Смотрите, тут такой шведский стол. Сейчас мы будем выбирать что-нибудь. Сейчас мы будем, я не знаю, как назвать этот прием пищи в 3 часа ночи. Ну, короче, сейчас мы будем кушать. А еще Кристина думала, что это подсветка. Да, я думала, что это подсветка, я вот так тыкаю-тыкаю. Ой. Я думала, что это подсветка, я начинаю тыкать-тыкать-тыкать, а это розетка. Смотрите, ребят, мы тут пришли на диванчики, вот так вот сидим, чилим, отдыхаем. Сейчас мы идем на массаж. Вот, например, Лизе сейчас делают массаж. Ну как тебе? Вот, смотрите, сейчас делают массаж Ульяне. Соня готовится. Я уже сделала. Ноги, икры. Вот, я жду, когда уже будет моя очередь. Телефончики. Да, видео. Вот таймер. Сколько осталось? Мне еще 6 минут так лежать. Это... Ребята, мне делают массаж. Как вы так тихо сидите, я не могу. Короче, вот так вот я сижу тут. Короче, ребята, у меня только что закончился массаж. Это было очень больно, особенно мои икры. Ну что, наше чил-время закончилось, и сейчас мы идем на посадку. Ищем свое место. 34. Я у окошка сижу. Посмотрите, какая красота. Мы сидим прямо у окошка. Ну, почти. Саша, кто? Серкан Балет. Серкан Балет. Итак, ребята, смотрите, чем нас будут кормить. Короче, тут вот такая вода прикольная. Еще я заказала сок со льдом. Та-дам! Ну, сейчас посмотрим, что нам принесли. Первое тут, я так понимаю, приборы. Затем тут масло и клубничный джем. Потом вот такая булочка. Ну, конечно, легендарная водичка. Это, ребят, в общем, десерт клубничный, как йогурт, типа. Так, следующее это, ну, салат, да, тут огурчик. Сейчас посмотрим. Огурчик, помидорка, сливка и сыр. Так, смотрим. Ну, я, конечно, уже увидела, что здесь. Короче, походу, я сегодня буду без завтрака. Ну, смотрите. Сейчас вы увидите это. Попью вишневый сок. Короче, так как из этого я ничего не буду. Девочки, вам понравилось? Короче, я это есть не буду, честно. Я воду оставлю и попить. Ребят, смотрите, какой там самолет. Ну все, мы приземлились в солнечный Стамбул.
Ой, ребята, я походу разучилась ходить просто. Мы в аэропорту, поднимаемся по эскалатору. У нас небольшая пересадка в Стамбуле. У нас проблема. Мы не можем подключиться к Wi-Fi, значит... Да, вообще никакому, ребят. Мы без интернета. Понимать турбишмен язык, помогите мне. Да, ребят. Ого! Ого! Вот это да! Смотрите, какой большой крутой аэропорт. Это, понимаете, это Мекка. Ребята, нас отпустили погулять. Да, мы сейчас пойдем. За Bubble Tea! Ребята, мы пришли. Наконец-то special for Christy Star. Все, ребята, мы идем на вторую посадку. И она уже будет конечная до Будапешта. Сейчас будем искать свои места и садимся. Ребята, этот трэш нам уже на полчаса задерживает вылет. Мы просто сидим, ничего не происходит. В итоге наш вылет задержали на час. Мы уже как минут 40 летим. И нам раздают еду. Ну что, ребята, обзор, чем нас будут кормить. Все та же легендарная водичка. Вот такой шоколадный кекс на десерт. Салат. И такой сэндвич. Все, ребята, вот мы и в Будапеште. Мы приземлились. Вот эту всю большую очередь нам предстоит отстоять. Потому что мы будем проходить паспортный контроль. А еще работает ТикТок без VPN, без всего. Так, ребят, у нас уже некоторые прошли паспортный контроль, некоторые еще проходят. Мы ждем, забрали свой багаж. Впрочем, смотрите, что у Лизы произошло. Да, это конец. Ей разбили чемодан. Представляете? Смотрите, мы вышли, тут все стоят с табличками, вот так вот ищут, кого забирать. А мы ищем, кто заберет нас. Так, ребята, вот приехал наш трансфер. Сейчас мы вставляем чемоданы и будем садиться. Смотрите, где мы катаемся. Я лучше держу впереди, там будет красота. Я представляла, почему-то совсем по-другому. Вот такой же вот у нас вот, же да. Пока. Что-то у меня уже городофобия. Все, мы приехали. Спускаемся. То, нам выдали карточки от наших номеров. Идем искать. Заходим. Воу! Смотрите. Так. Ой, смотрите, какие прикольные тут. Ой, тут просто ждучки. Вот такой вот у нас номерок. В общем, мы тут сейчас вышли на балкончик. Вот. Так, ребята, мы собрались. Вот так вот я выгляжу. И сейчас мы пойдем в супермаркет. Будем покупать себе ужин. Ну что, ребята, мы собрались. И сейчас все вместе пойдем в торговый центр покупать продукты и погуляем. Мы пойдем вот в этот торговый центр. Там вот мы видим Спар, пойдем туда. Ну и посмотрим, может, что-нибудь еще будет. Смотрите, какой магазин прикольный. Короче, мы зашли в магазин, посмотрите, что тут есть, как вам размерчик. И канцелярия, и все, чтобы украшать комнату там. Ой, смотрите. Прикинь, тебе так идет. Мы подошли к Спару, и очень интересно сейчас будет посмотреть, как отличается ассортимент от того, который есть у нас. Что вот мы интересного заметили, тут есть наши привычные 7 Days круассаны с каким-то шоколадным... Ну, это типа по типу Орео, наверное. Да, тут какой-то крем такой с печеньками. Да, я пришла ради этого. Смотрите, ребят, привычных нам Барни тут нет. Тут какие-то Дорни, Дорми. Что это вообще такое? Посмотрите, какое здесь разнообразие Милки. Смотрите, это вроде Кока-Кола, которая сгенерирована, по-моему, искусственным интеллектом. Да, вот тут еще, тут очень много колы, но я колу не пью, поэтому не беру.
обзор наших покупок. Может, большую взять? Все. Дальше питаемся воздухом. Водой. Все, ребята, мы уже идем обратно в отель. Находим. Ой, тут кто-то заселяется. Ого! Короче, мы тут разминались. Мы тут разминались. Тут такой прикол. Стой, Ари, не надо! Ребят, мы потренировались. Мы очень много сделали. Ну, но мы делали очень качественно сегодня проработали. И много тоже. Всем доброе утро. Я уже накрасилась, встала пораньше. Очень тепло сегодня. Вот, сейчас мы пойдем вместе с девочками уже на завтрак. Все, идем на завтрак. Какой вот завтрак. Так, ребята, мы позавтракали уже в номере. Я докрасилась. Еще у нас вот такие прически, будут еще пучки. Будем доделывать, докрашиваться сейчас. И потом я к вам вернусь. A few moments later. Так, ребята, мы сделали идеальные пучки. И я накрасила ногти. Точнее, мне Маля накрасила ногти. А, вот такой вот у нас тут happy house творится. Внимание. Это называется номер гимнасток перед соревнованиями. Вот такой вот у нас тут real happy house. Ну что, ребята, мы готовы. Мы покрасили головы черный и выходим. Так, ребята, приехал наш трансфер. Идем на коронное место. Смотрите, какая красота. Это маковое поле. И мы уезжаем непонятно куда. Тут одни заводы и поля. Тут нет ни одного домика, ни одного... Ничего нет. Где мы едем? Мы идем как будто American School такая. Как из фильмов такая. Мы пришли. Вот наши места. Вышли пробовать ковер. Я снимаю для влога Crystal Star. Все ставим лайки, подписываемся на канал. Ребята, вот так выглядит наш зал. Вот тут мы готовимся к выступлению. Тут сами все выходы. А вот трибуны. Please welcome our next team, Victoria Strela. Ребята, мы только что выступили, такие дела. Тут вот такие экранчики, все фотографии. И мы сейчас купили две фотки, хотим подарить нашим тренерам. Ждем, когда нам распечатают. Итак, вот наши фотки, давайте их посмотрим. Открываем. Опа, вот первая фотка, вот вторая, красота. A few moments later. Ну все, ребята, мы идем. Мы бежим в спар, бежим за тобой. Путь дорогу. Это что, у вас камера? А я думала, сама. Что? Слышу тебя. Камера? А я думал, сова. Сова? Ребят, мы идем в спар, тут вообще все магазины закрыты. И спар сейчас через 10 минут тоже закрывается. Надеюсь, мы хоть что-то успеем, и нас не закроют внутри магазина. Короче, уже 500 раз объявили, что магазин закрывается. В итоге открыли работать только одну кассу. Ну и вы понимаете, да? Смотрите, какую очередь нам надо стоять. Запечатлю вам этот момент. Мы последние, кто совершает покупку в спаре. Уже, правда, все закрыто. Ну ладно, мы идем обратно в отель. Так, ребят, что я могу сказать? Мы сейчас ходили в душ, переоделись в пижаму, лежим в номере, сейчас будем отдыхать и уже ложиться спать. Завтра ранний подъем, 8 на завтрак и будем бежать на соревнования. Ребята, это была первая часть влога. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь вместе со мной и ждите продолжения. А еще не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. До встречи!